вся моя жизнь, по-моему, посвящена этому. Да, возможно, я потерял что-то в своей жизни, но скорее приобрел очень много. Это было стремление стать чемпионом хотя бы города, чемпионом Узбекистана, поднять флаг страны на международном турнире. Хотелось быть даже немного фриком, чтобы отличаться от всех. Подходило на улице очень много людей, просили фотографироваться. Поначалу это казалось какой-то дикостью, но я никогда не отказывал никому. И каждый раз во мне еще больше кипело, приумножалось, росла, гипертрофировалась моя мотивация. Мотивация — это именно то, что делает нас сильнее, что делает нас чемпионами. Мотивация – это то, что делает нас живыми. Если не будет мотивации, не будет возможности добиться ничего в этой жизни. Мотивация в наших глазах, мотивация в наших сердцах. Блеск, блеск глаз. Я видел это практически у каждого парня в зале. Залы были не такие, как сейчас. Это крутые фитнес-центры с отличным оборудованием, с кардиозонами и с тренерами. 20 лет назад этого ничего не было. Все, что мы делали на свой страх и риск. Да, мы рисковали многие здоровьем, многие финансами, но те, у кого была мотивация и блеск в глазах, они добились своих целей. Мы были дружной большой семьей, которая всегда была готова прийти друг другу на помощь. Не стеснялись подстраховать, не отмазывались, что я не могу, я устал. Мы оставались в зале, даже когда надо было идти домой, чтобы подстраховать друга, который опоздал на тренировку. То были другие времена. Увы, сейчас я не вижу того блеска в глазах у молодых ребят, которые приходят в тренажерный зал. Ищите мотивацию. Ищите мотивацию хоть где. Подражайте кумирам. Подражайте лучше. Не ищите себе отговорок, не ищите себе отмазок, что вот сегодня я поем и сделаю себе читмил. Какой читмил? Вы о чем вообще говорите? Какой читмил? Читмил делают те, кто его заслуживает. А я, честно сказать, не вижу тех ребят, которые заслуживают читмил раз в неделю. Ваш блеск в глазах должен сверкать. Другие должны питаться вашей энергией, которую вы излучаете. Тренер должен видеть в ваших глазах огонь, взгляд тигра. За все свои годы соревновательной карьеры я очень много раз, месяцами просто был не в себе. Я не знал, как я доеду до зала. Мне просто банально не было сил. Это было 12 тренировок в неделю. Это был жесточайший режим. Но терпение, оно помогло. Помогло, причем, справиться со всеми этими сложностями и даже сложностями в своей личной жизни, которые присутствовали в этот момент. Откуда терпение? Это мотивация. Мотивация идет от сердца. Мотивация здесь. Здесь вы создаете картинку, которую вы хотите увидеть. Сердце дает вам энергию, ваш пламенный мотор, который заставляет вас работать без остановки. Изо дня в день, из часа в час, из минуты в минуту. Вы должны быть железными, железными а всю свою жизнь. И тогда, именно тогда, когда вы соберете в себе все эти силы, у вас все получится. Я уверен, что, прослушав мои слова, хотя бы несколько человек из вас подпитаются моей энергией. Меня зовут Антон Перов. Я нашел свой путь. Я выбрал свою дорогу. Я буду идти по ней, пока у меня есть силы, пока у меня есть желание, есть огонь в глазах. Я буду делать это до конца своих дней, что бы мне это ни стоило.